Всем привет, с вами проект Soulfinder, и сегодня на студии LeBron James, 23 номер, LeBron Soldier, 13 модель, камуфляжная коробка под солдаты, чтобы поверили точно, Soldier 13, 13 не только именная модель, это еще и параллельная линейка. 17 плюс 13, 30, всякие еще уитнесы, амбассадоры и прочее. LeBron король. Да поправят меня диванные критики, это первая расцветка Lakers на кроссах LeBron. Да, нет, да, нет, да. Честно говоря, мне кажется, да. Ну, во всяком случае, это... Первая расцветка Soldier в Российской Федерации. Внизу есть ссылка на приобретение и купон, конечно же. Куда без купона? Купон на 10% скидку. Сейчас времена такие, что скидку будем давать почти на все, поэтому вам стоит смотреть наши видео на постоянной основе. Я сегодня в худейке Лейкерс. Поддерживаю Леброна, Антонио Дэвиса. В мои годы был такой игрок Антонио Дэвис. Ну, сейчас... Энтони Дэвис, whatever. Итак, Soldier. Первые кроссы баскетбольные, в которых полностью отсутствовала шнуровка. То есть только липучки. И вот эта вариация, она меняется последние года 4. Липучек было 2, потом 3, потом 4, потом перекрестное такое сложное со змейкой. Мы возвращаемся к двум липучкам, но тоже непростым. Потому что это две липучки, на которых есть маленькие липучки. Еще две. То есть липучки липучками, но есть сверху долипучки еще. Долипучки такие. И вот эта модель будет на ногах Леброна в начале сезона. Ну, должна, во всяком случае. Предыдущую он как-то проигнорировал. А предыдущий он вообще предпочел в основной линейке. Поэтому линейка Soldier для него, она является не менее важной, чем и основная линейка. Поэтому давайте я чуть детальнее расскажу про технологическую составляющую и материальную. Двойной смысл. Итак, необычный материал применен здесь. Вообще, мне кажется, он называется Ripstop. То есть такой водонепроницаемый, непромокаемый. Посмотрите, это очень плотная, жесткая синтетика с малейшим намеком на вентиляцию. То есть малейшего намека даже здесь. Прошита носовая часть очень жестко, нейлоновая полоса, которая тянется до самого верха и является петлей. Эта нейлоновая полоса идет здесь, она дополнительно принимает участие в интеграции в липучечную зону. С внешней стороны, вот вы можете видеть эту зону, она как будто сатиновая, сатин, бархат, я не знаю, что это такое, такой же материал на пятке. Даже камера на него не так настраивается, не любит камеры такое. Маленький аккуратный свушек на пятке, логотип короля, и вот эти липучки, маленькие долипучечки. Ну, я их так назвал, конечно, это не липучки, это затяжки, которые помогают после того, как уже максимально натянули липучку, помогают еще подтянуть нейлоновую полосу с внутренней стороны. То есть она ее еще затягивает и вот через эту петлю перекидывает. В принципе, в нижней части это достаточно спорное решение, потому что мне начинает поддавливать ногу, когда я пользуюсь этой штукой. То есть затянул основную липучку и, в общем-то, достаточно. Поэтому мне приходилось при примерке ее убирать. Возможно, это такой отсыл к кроссовкам Kobe и 33-м Джорданам с системой автоматической шнуровки Pull for Lockdown. Ну, там что-то примерно такое же. И вот на верхней. Вот верхнюю необходимо дотягивать, потому что ее достаточно сложно зафиксировать. Мне понравилось строение липучек в этот раз.
Здесь у нас есть разрез, на второй кроссовке будет лучше, это видно. Но сейчас нет скованности, вот той вот цементирующей гипсовой, кто был, тот поймет, гипсовой фиксации. В области пятки петля, символизм от Леброна, и вы видите мицоль уже с небольшими помятостями. Это от одной примерки. К сожалению, вот так. Здесь внутри скрывается два баллона зум. В передней части он достаточно небольшой, и мы его с вами сейчас увидим. Вот он проминается таким образом. На вот этой жесткой части, видите, не продавливается. Вот здесь продавливается. И это баллон зум. Также он находится в области пятки, но здесь он очень маленький. И это смешно, потому что в его будущей именной модели 17-х Лебронах будет самый большой эйрбэг в истории баскетбола. Все же привели они этот Air Max новый в баскет. Ну, ближе к делу мы это обсудим, а посередине мы поговорим о... Вот этот отпечаток остался. О потенциальной возможности такого баллона вообще в спорте. Потому что скоро мы поговорим с вами про стельки. Итак, подошва — очень крутой рисунок. Тупейшая елочка. Тупейшая, простейшая и самая лучшая из достаточно неплохой резины, которая вполне подойдет для асфальта. Когда я говорю тупейшая, никто не должен обижаться или воспринимать это неправильно. Я люблю топорность в подошве, в рисунке, когда никто не креативит. И подошва выполняет свою функцию. То есть просто сцепление. Просто сцепление без вот этих всяких эквилибров, там, круговых, концентрических окружностей, которые, эффективность которых еще надо доказать. Поэтому это очень крутая подошва. Ставлю пятерочку за сцепление и материалы в подметке. Итак, сейчас я вам покажу внутреннюю вставку Monster Creation. Вот эта внутренняя вставка — самая большая штука в кроссах. И мне кажется, ее придумали специально под солдаты. Вот так это выглядит. Вовнутрь, чтобы сохраняли форму. Я считаю, что это очень крутой креатив. Итак, второй предварительно расшнурованный, башмак сказать нельзя. Второй предварительно разлипученный. Вот, посмотрите, у нас есть нейлоновая полоса, о которой я говорил. Она является системой интеграции с липучкой. В принципе, неплохое здесь исполнение липучки и вот этой вот махры. И на нижней сложно все это увидеть, поэтому мы ее просто уберем. А вот на верхней, верхнюю можно достать. Я так понимаю, что здесь обозначение на пластике гласит о размере. А вот здесь вот интересная штука на пластике. 100 максимум килограмм. 100 макс КО. Что это значит, я не знаю. Подумаем вместе. Итак, вот посмотрите, как устроена эта липучка. Как устроена, вернее, вот эта вот подтяжка локдаун. У нас есть липучка. И вот эта нейлоновая полоса, она уходит под внутренний слой. Поэтому если вы подтягиваете здесь, тянется и внутренний слой. Он не полностью прошит. Есть отрезки, в которых этот элемент отходящий. Соответственно, он может еще немножечко сжиматься и подтягивать. Это действительно помогает. Когда я говорю, что мне понравилась сама система... Видите, здесь есть небольшой надрез. Я, кстати, недавно себе сапоги кроки купил, в деревне хожу в них, если так можно выразиться. И я не мог влезть в свой обычный размер. То есть по длине нормал, а вот по подъему никак. Я просто разрезал вот так же, по примеру. И просто теперь легко туда проникаю, но уровень ватерлинии теперь поднялся. В смысле, опустился, к сожалению. Но, тем не менее, я хотя бы могу их носить. Здесь вот этот разрез и немного эластичный материал, совсем чуть-чуть.
помогает легко в них проникать. Я думаю, сюда даже 15 размер сможет залезть, чего в предыдущих моделях было сложно добиться. Внутреннее наполнение очень хорошее. Посмотрите, вот это одно из моих любимых наполнений. Сейчас это вообще видно или нет? Вот. Видите вот эти вот ячейки пустотные? И вокруг другой материал, более плотный. Когда ты их сильно притягиваешь, они сплющиваются, материал расходится в стороны, и у него есть небольшие вот эти вот ячейки, в которые он может расходиться. Поэтому комфортное облегание обеспечивается очень хорошо. Это было использовано еще на вторых Лебронах. На вторых. Я в них играл в 2005 году, и это были одни из лучших кроссовок. Мои топ-5. В области пятки есть такие подушки, в области ахилла, точнее, очень хорошо фиксируют. В принципе, очень комфортные кроссовки, очень хорошее ощущение. Они действительно жестковатые, ну, такие деревянненькие, в области подошвы. Но это до, ну, не знаю, 5, может быть, 10 разбивок. Они разыграются, к этому привыкнешь и так далее. И это будет все уместно. Если мы их сравним, например, с Adidas Next Level, у которых, ну, тоже нет шнурков, вот так вот выражусь, тоже нет шнурков, то, конечно же, они намного жестче. Сгиб вот в этом месте чуть тяжелее, чуть сложнее, но, в принципе, соблюдение вот этой вот догмы отсутствия шнурков достаточно хорошее. Soldier однозначно будут лидером продаж, потому что новые Леброны обещали 16,5, но кажется, то, о чем я говорил недавно, о снижении потенциальным цен Nike, будут 15,5. 15,5 – это уже очень высокая психологическая граница. А эти кроссы стоят 11,500, 11,490, и у вас есть уникальная возможность получить 10% скидку на них только по купону внизу в описании на Kicks4U. На Kicks4U вы можете получить 10% скидку, купить их еще дешевле. Сейчас там доступен один цвет на момент публикации этого видео, но скоро еще ожидаются белые, потом черные, и еще цветов 5, наверное, должно появиться до весны. Купон будет распространяться на все, и сейчас вот так, таким образом, в условиях кризиса поддерживаем друг друга. Друзья, с вами был кроссовочный магнат. Почему кроссовочный магнат, вы тоже скоро узнаете. До новых встреч!